Уважаемый медсервис, я не живчанин, но я часто здесь бываю. Иногда приходится пользоваться услугами компании медсервис. И сегодня, вот, в знак вашей даты, хочу присоединиться к поздравлениям, пожелать вам успехов, в общем, всего самого лучшего. Ваш бизнес достаточно странный. Чем лучше вы работаете, тем, так сказать, меньше у вас становится клиентов, выручки. Вот. Но, тем не менее, я думаю, вы никогда без работы не останетесь. Вот. Мне приходилось лечиться в различных странах. И в США, Канаде, Швейцарии, в Германии. Ну, не такие уж серьезные заболевания были. Вот. И есть с чем сравнивать. У вас первоклассные специалисты, у вас первоклассный менеджмент. Особо хочу отметить работу Оксаны Петровны и Юрия Германовича. Юрий Германович – это эталон бизнесмена. 15 лет продержаться на бизнесе у нас здесь, скажу, это очень непросто. Я сам занимаюсь бизнесом, так сказать, в России и знаю, на своей шкуре испытал, что это такое. Вот. А рядом со мной сидит моя мама. Ей через полгода будет 90 лет. Я скажу, это самая хорошая реклама для вас. Она пользуется услугами вашей компании. И она хорошо выглядит, она бодра и здорова. Это благодаря вашим усилиям. Два слова. Я присоединяюсь к поздравлению сына. И большое вам спасибо. Спасибо.